Здравствуйте, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня и интернет-проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео я бы вам хотела рассказать, куда деваются бонусные баллы, если вдруг вам кажется, что вам начислили мало. Ну, во-первых, бонусные баллы – это когда мы с вами делаем заказы, и эти заказы перечисляются в бонусы. Да? На какую сумму заказов вы сделали баллов, да, на какую сумму баллов вы сделали, столько бонусов вам и начисляется. Бонусы все начисляются в накопительную программу Фаберлик Клуб. Давайте ее с вами посмотрим. И эта программа гласит о том, что если вы делаете заказы каждый каталог, да, то есть вот есть правила программы, да, если вы эти заказы делаете каждый каталог, то есть смотрите, когда вы заказываете у покупателей что-то, то получается вы им дарите эти бонусы, и они на эти бонусы себе заказывают подарки. Если вы же заказываете сами из своего интернет-магазина Фаберлик Онлайн, то есть вы зарегистрированы и заказываете, то у вас получается, что вы легко можете эти бонусы тратить на себя. То есть за каждый заказ вы гарантированно получаете 100% подарок. Но правила говорят о том, что если вы в первый каталог сделали заказ, оплатили его до конца каталога, то на следующий каталог вам начисляется уже 10 бонусов. Да? Вот они, видите, 10 бонусов. Если на второй каталог вы эти 10 бонусов не потратили, а сделали заказ на 15 бонусов, то в каталоге номер 3, да, от момента первого заказа, да, у вас получается 10 плюс 15, 25 бонусов. Если же вы в каталоге номер 3 забыли оплатить заказ до конца каталога и даже сделали заказ, но забыли оплатить заказ, может быть, вы положили денежки на счет, но вы забыли нажать кнопочку «Оплатить заказ», то у вас бонусы сгорают, потому что ЛО 0 баллов, 0 оплаченных именно баллов, поэтому следите за тем, чтобы все ваши заказы были оплачены именно до конца каталога. Да? И если вы пропустили один заказ, то ЛО 15 у вас исчезает. Да? То есть получается 25 минус 15, и у вас остается 10. Если же вы ежекаталожно делаете заказы, то бонусы у вас не сгорят ни в коем случае. Да? Вот, пожалуйста, поставьте на паузу и почитайте внимательно. Да? То есть нужно обязательно внимательно вот это вот почитать. И потом, значит, нужно обязательно внимательно почитать вот это вот. Программа очень прибыльная, программа очень выгодная, но ее нужно понять. И она, в принципе, легкая. Делайте, если вы заказы каждый каталог и оплачиваете до конца заказа, то вас компания просто задарит подарками. Вот считайте, да, а вы, допустим, сделали заказ на 50 баллов, вам начисляется 50 бонусов. Сделали заказ на 100 баллов, вам начисляется 100 бонусов. Сделали заказ на 250 баллов, вам начисляется 150 бонусов, да, то есть потому что тут выше 150 никак у вас не получится больше получать, да, 150 баллов. Вот, тут еще путаются, говорят, что у меня баллы пропали, хотя баллы не пропали, максимально начисление баллов именно 150, поэтому почитайте внимательно этот текст, поставьте на паузу, а я пока вам покажу. Да, к примеру, вы сделали заказ на 100 баллов в прошлом каталоге, и у вас сейчас есть 100 бонусов, да, что вы можете заказать? Вы можете заказать на эти 100 бонусов, да, давайте с вами посмотрим, да, поделим, допустим, на 5 бонусов, да, у нас с вами получается, мы с вами можем заказать 20, допустим, масок для лица, да, 20 масок для лица. Или мы с вами можем заказать 10 мыла, да, 10 кусочков мыла мы с вами можем заказать в подарок. Или мы с вами можем заказать, сейчас 100 поделим на 15, получается 6, да, 6 подарков, допустим, фитокрем ночной, фитокрем дневной, фитосыворотка, да, и так далее, да, то есть тут очень огромный выбор, то есть эти бонусы вы можете копить,
Если вы делаете заказ и ежекаталожные, они у вас ни в коем случае не сгорят. И эти бонусы вы можете тратить тогда, когда вам захочется, тогда, когда вам удобно. То есть я могу взять 6 шампуней, 6 кремов, я могу взять один шампунь, один бальзам, один крем дневной, крем ночной, крем для век, гель для душа, мыло, устраняющее запахи. И это все за заказ за 100, допустим, баллов. Да? Но я думаю, что суть ясна. Также вот обратите внимание, что я бонусы коплю. И есть более дорогие подарки на эти бонусы, более дорогие подарки, они у нас хранятся вот тут вот, да, то есть от 500 бонусов, да, вы, допустим, три каталога подряд делаете по 100 баллов, и вы можете взять и сумку для ноутбука, и дорожную сумку на колесиках, и набор из 3 полотенец вы можете взять, да, вы можете взять какие-то украшения Флоранж, вы можете взять набор постельного белья, да, то есть это тоже классно, это тоже здорово. Также у нас есть подарки от 120 бонусов, да, это такая золотая серединка от 120 до 499. Тут вы можете выбирать хорошие парфюмерные дорогие воды, да, обратите внимание, 55 миллилитров туалетная водичка идет, не парфюмерная, да, вот, и вот таким вот образом. Тут можно выбирать различные подарочки. Долго, конечно, грузится, но вы просто посмотрите. Ювелирная бижутерия Флоранж вам может достаться за 0 рублей. Любая абсолютно дорогая парфюмерная вода вам может достаться за 0 рублей. Вот что такое программа Faberlic Club. Но иногда она сгорает. И вот сейчас, грубо говоря, я отвечаю на вопрос многих новичков, потому что мне вот только что поступил ответ, то есть вопрос в сообщество, почему у меня сгорели баллы, почему у меня сгорели бонусы, почему они у меня не копятся. Если же вы считаете, что вы оплачиваете заказы до конца каталога, каждый период, и у вас вдруг сгорают бонусы, да, то вы можете обратиться в обратную связь. Компания Faberlic, обратная связь работает и отвечает в течение суток. Что вам нужно сделать? Вам нужно зайти в личный кабинет и вот тут нажать «Обратная связь». Вы нажимаете «Обратную связь» и задаете свой вопрос именно в обратную связь. И это нужно обязательно сделать, если у вас есть какие-то сомнения, потому что компания Faberlic работает честно и чисто, и компания Faberlic, как вам даже сказать, компания Faberlic, она не обманывает. Вот у нас с вами прогрузилась, да, и тут идет техподдержка, сборка, доставка, выдачи, заказов, продукция, да, и вот мы с вами по продукции, скорее всего, возьмем работа акций. Уход так, Денас, аксессуары, так, не туда. Вопросы и претензии по доставке, да, то есть вы видите, тут можно выбрать, да, то, что вам нравится, да, вот, Faberlic Club, накопительная программа, выбираете, пишите «Здравствуйте», и тут пишите, что «Я не могу понять, почему у меня сгорают бонусы, если я оплачиваю заказ ежекаталожно до конца каталога». И нажимаете «Отправить». Потом вы ждете сутки. Если это выходные, то обязательно нужно ждать, или выходные, или праздничные дни, вам нужно обязательно подождать, пока вам ответят, потому что по выходным обратная связь не работает. Ну и, конечно же, в разделе «Мои заявки» вы можете все узнать. То есть нажимаете и смотрите, пришел ли вам ответ. Ваша почта тоже вам покажет, пришел ли вам ответ. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Анна. Забирайте подарки, была быть рада вам полезной. И надеюсь, что это видео вы разошлете своим новичкам, когда у них будут вопросы по этому поводу. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых полезных видео.